В Люберцах продолжается строительство пешеходного моста через железную дорогу. Сооружение, которое соединит две части города, обеспечит безопасное и комфортное передвижение жителей, в том числе и маломобильных людей. На каком этапе сейчас работы и когда откроют переход, узнал наш корреспондент. За несколько месяцев на месте, где раньше был несанкционированный переход, выросло вот это огромное сооружение. Пролетное строение уже полностью смонтировано. Впереди самый сложный этап – остекление моста. Все пролетное строение, оно стеклится. Оно остекленное, алюминиевое остекление, стекла триплекс. И вот это самый ближайшее время, самый трудоемкий процесс. Так как поезда останавливать мы не можем, поэтому будем вести монтаж остекления прямо во время движения поездов. Место для возведения пешеходного перехода выбрано не случайно. Печально известный перегон от платформы Ухтомская до станции Люберцы-1 в числе самых травмоопасных участков казанского направления. В этом месте всегда был несанкционированный переход. Были случаи с гибелью наших жителей. И средства выделил Андрей Юрьевич Воробьев, наш губернатор, поддержал эту инициативу. В июле месяце, ближе к августу, уже откроется этот современный надземный переход, который позволит уже жителям беспрепятственно преодолевать железнодорожные пути. Пользоваться переходом смогут все. Для маломобильных граждан оборудуют специальные лифты. Такой же мост в дальнейшем планируют построить в Малаховке между улицей 1 Первомайская и Новым проспектом. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.